А пока не пьяный лихач, на «Лексусе» пролетел несколько светофоров на красный под вой сирен трех экипажей ДПС. Погоня произошла ночью 12 февраля. Подозрительная машина ехала по улице Ярыгина. Экипаж ДПС начал преследование на Кирова. Остановили «Лексус» уже на Некрасова. В погоне участвовали три экипажа. Водителя просили остановиться по громкоговорителю, но он только прибавлял скорость. Пролетев четыре перекрестка на красный свет. Лихачом оказался 31-летний житель Абакана. Он был сильно пьян, но еще и поблагодарил полицейских. Откуда куда ехали, Евгений Валерьевич? Домой. Домой ехали. Спиртное употребляли? Употребляли. Так как у вас имеются признаки алкогольного опьянения, не отказываюсь. Вы отстраняетесь с управления транспортным средством. Спасибо. Сразу. Инспекторы составили на водителя сразу 4 протокола. За проезд на красный, за игнорирование требования остановиться, за управление в пьяном виде и за тонировку передних боковых стекол. Меру наказания определит суд.